Так, ребята, привет. Всем доброе утро. Не смог я настроить микрофоны. Буду погромче говорить. Надеюсь, меня слышно. Сейчас я дам вводные, так как у нас занятие по пранаяме будет в основном, то предлагаю вот сейчас, кто еще не сходил в туалет, вот почувствуйте, нужно ли сходить в туалет, освободить мочевой пузырь. Можно выпить немножко воды, кто не пил с утра. Приготовить салфетку какую-нибудь, ну, на случай появления слизи, чтобы можно было оперативно ее выделить. Вот сейчас я проверю. Помашите, ну, скажите мне, есть ли там звук, видео. Так. Не вижу отклика, есть ли... А, все окей. Хорошо, Оля. В Инстаграме все окей, ВКонтакте. Ну, надеюсь, ВКонтакте тоже все окей. Вижу, кто-то на линии. Да. Чтобы нам начать занятие, мы стоя начнем. Найдите, ну, уже нашли пространство, где можно, ну, вот, помахать руками и никого не задеть. Вот. И для начала встаем. И почувствуйте сейчас свои стопы. Почувствуйте стопы. Я буду погромче говорить, чтобы... Давайте поближе встану. И как ощущается опора. То есть вес тела и опора вот на, в данном случае, на стопы сейчас. И отдайте весь вес туда вот вниз. Почувствуйте вес тела. Вот этот весь низ, ноги, давайте стопы, колени, таз, весь низ, там, низ живота, поясница. Весь низ такой тяжелый у нас будет двигаться в сторону пола. Вот. А теперь вообразите такую линию из бесконечности через вот между стоп, через промежность, по позвоночнику, через голову и через макушку, вот туда, бесконечность. Угу. И вдоль этой линии, такую легкую голову, начинаем двигать за макушку вверх. То есть голова у нас вот вверх легкий, низ тяжелый, то есть две точки, мы их начинаем нижнюю вверх, верхнюю вверх, нижнюю вниз, верхнюю вверх, и между ними позвоночник. Почувствуйте позвоночный столб. Угу. Можно прикрыть глаза и несколько дыханий сделать. То есть заземляемся, чувствуем тело. И сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Второй вдох. И третий. Хорошо, а теперь еще почувствуйте свои плечи. И руки, и пальчики рук. Как будто бы вот за пальцы, туда через пальцы руки стекают вниз. Голова, как воздушный шарик, уходит вверх. Таз копчиком двигается в сторону пола. Хорошо. И теперь короткую разминку делаем, чтобы нам размять мышцы, которые нам нужны для дыхания. Начинаем с шеи. Опускаем голову вниз,
Почувствуйте вес головы. Выдох. Голова вверх, вдох. Низ, выдох. Вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Прямо. Посмотрели на левое, за левое плечо. Вдох. Прямо. Выдох. Вдох. Посмотрели за правое плечо. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Правое ухо вверх. Пальчиками потянулись вниз. Пальчиками рук потянулись вниз. Правое ухо вверх. Вдох. Вытянули правую шею. Выдох прямо. Левая шея. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Опустили голову. Ротация через правое плечо. Три раза в одну сторону. Медленно делаем вдох. Чувствуя каждую мышцу, которая поочередно растягивается и сжимается с другой стороны. Все неприятные, если возникают неприятные ощущения в шее, медленно проходим. Даем возможность почувствовать вот каждый момент движения. И третье, вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Голова прямо. Почувствуйте, какие ощущения появились новые. В шее, в голове, в теле. Угу. Значит, не сказал. Трансляция может прерываться. Вот вчерашний день показал. Если она прервалась, ну, подключайтесь снова. Все. То есть, или делайте то, что вот по заданию. Там она, ну, то есть я буду ее возобновлять. Я периодически буду подходить, смотреть, что там в трансляции. Но до часа. Мы час не будем заниматься, чуть поменьше. Уложимся, чтобы нас не прерывали. Хорошо. Руки в стороны. Пальчики. Пальчики. Все пальчики растопырили. Ага. И теперь заворачиваем всю, вот вместе с плечом, ротация по всей руке и плечу. И захватываем грудной отдел. Делаем вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Хорошо, теперь локтями раскрываем пространство. Дышим дальше позвоночником. Вдох. Локти в живот. Выдох. Вдох. Раскрываем грудную клетку. Локти в живот. Лопатки раздвинули. Почувствовали пространство между лопаток. Вдох. Выдох. В левую сторону. Вдох. Посерединке выдох. Правый вдох. Посерединке выдох. Левый вдох. Посередине. Выдох. И правый вдох. И посередине выдох. Хорошо. Ручки в стороны.
На себя пальчики натянули, ладошки, толкнули пространство. Делали вдох. Опустили вниз тыльными частями ладони и толкнули пространство. Выдох. На себя вдох. Вниз, выдох. На себя вдох. Вниз, выдох. Вдох. Выдох. Перед собой. Вдох. Вперед. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Кулачки сжимаем. Покрутили. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Локти. Два, три, четыре. В другую сторону. Три, четыре. Хорошо. Встряхнули. Встряхнули кисти. Встряхиваем. Локти, плечи, все тело. Хорошенько встряхиваем. До ощущения движения мышц лица. Расслабляйте лицо. Расслабляйте живот, плечи. Почувствуйте ягодицы, бедра. Хорошо. Остановились, почувствовали тело, почувствовали новые ощущения. Сделали замочек сзади. Отодвинули замок назад и вниз. Соединили лопатки. Лопатками продавили грудную клетку. Сделали вдох. Выдох. Хорошо. Теперь ладошки на бедра. Оттолкнулись от бедер. Вытянулись вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Правая рука вверх. И сразу же в наклон уходим. Правый таз в сторону. Дышим. Вдох. Давайте в динамике. Выдох. Левая. Динамично делаем. Вдох. Динамично, но плавно. То есть на одно дыхание. Выдох. Правая. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Правая. Вдох. Выдох. И левая. Вдох. Выдох. Руки на пояс. Покрутили тазом. В одну сторону. Два. Три. То есть тоже чувствуя все-все мышцы, которые участвуют в движении. Как это ощущается? Область паха, тазобедренных суставов, живот, поясница. Косые мышцы. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. С удовольствием получаем вот, внимание свое на приятные ощущения. Хорошо. Восьмеркой. Раз. Два. Можно руками покрутить. Тазом раз. Вторым тазом два. Другую сторону. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. И покачали руками. Импульс из таза задаем. И начинаем расслабленными руками. Крутить в одну и другую сторону. Выбрасывая их. Импульс из таза. Из таза задаем импульс. Заглядываем за спину туда. Заглядываем назад. Хорошо.
Переводим вес тела на левую ногу. Приподнимаем правую. Вытягиваем носочек. На себя, от себя. На себя. Ручки можно в стороны. На себя, от себя. На себя, от себя. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. Колено покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. Тазобедренный сустав. Раз. Раскрываем. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. Встряхнули ножку. Вторая нога. Носочек на себя, от себя. Два, три, четыре. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. В другую сторону. Колено. В одну сторону. В другую сторону. Тазобедренный. Раз. Два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Угу. Делали вдох. Ручки перед собой. Прогладили пространство. Опускаемся вместе с тазом вниз. Вверх, вдох. Опускаем, проглаживаем пространство, и таз опускаем вниз, ладошки на полу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Угу. Хорошо. Вдох. Опусти ручки. Сейчас я проверю соединение. Да, все идет по плану. Хорошо. Продолжаем. Ноги на ширине таза. И пальчиками начинаем простукивать грудную клетку. Дышим глубоко. Простукиваем всю грудную клетку. Живот. То есть подготавливаем мышцы к дыханию. Угу. Живот. Сзади. Вот таким движением. От ягодиц. Угу. Вдоль спины. Область почек. Ребрышки задние. Ягодицы. Угу. Вокруг тазобедренных. Теперь точки. Но протонов простукиваем их. Угу. Хорошо. Теперь погладили крестец, погладили почки, погладили свой живот, угу. Грудную клетку, погладили, угу. Боку. Хорошо. Все, встряхнули. Встряхнули. Так, мы приступаем. И если кому-то еще нужно, сейчас я сделаю небольшую паузу. Если кому-то еще нужно в туалет, я пока объясню, что мы будем делать. Комплекс коротких пранаям будет состоять из... Давайте я их делаю такими компактными, но емкими. Каждые 4 блока. Каждый блок будет состоять из капалабхати. То есть начинаем с капалабхати. Это импульсное дыхание, очистительное. Капала, череп. То есть воздействием на структуру головного мозга через... Вот подобное дыхание. Я надеюсь, что все уже, кто смотрит видео, практикующие. То есть не нужно подробно объяснять и тратить на это время.
кто новенький, если есть новенькие, просто пробуйте повторить. Ну, к сожалению, эфирное время не позволяет подробно объяснять практики. То есть первое – капалабхати. Второе – мы делаем пхастрика, меха, то есть вдох, выдох. Вытираем нос, если надо. После пхастрики вдох, задержка. И вот на задержке, задержка как делается? Перекрываем горловую щель и все расслабляем. Не дышим. Надуваем щеки. Не дышим. И вот на каждом вдохе я буду говорить, какие-то движения мы будем делать. Сейчас я их не буду говорить. По ходу дела вы их увидите или я их проговорю. На вдохе мы движением нагнетаем, то есть сжигаем еще больше кислород. Потом, как выходить из задержки? Вот есть такой момент. Вот вы задержали дыхание, чувствуете, кончается воздух. Чтобы не было такого, вот такого, чтобы не было. То есть задержка закончилась, довдыхаете, выравниваете давление. И потом мягко выходим на выдох. И здесь это будет продвинутый немножечко вариант. То есть для новичков упускайте, если что-то непонятно, просто упускайте и делайте то, что понятно. И здесь мы на выдохе ставим коленки. Ставим руки на коленки, чтобы сделать выдох и из легких как можно больше выдохнуть воздуха. Вот таким образом мы будем выдыхать. Вот можно вот так. После того, как выдохнули, задержка с втянутым животом. И следующие манипуляции с животом будут разные. Кто не знает их, делайте просто втягивание живота, за ним. Втягивание живота это фактически будет у нас тройной замок. То есть втянули живот, почувствовали промежность, то есть она тоже, как правило, подтягивается, и подбородок на грудную клетку. То есть у нас получается тройной замок. Первый раз будет просто Удьяна Банха. Второй раз Агнисарадхаути. Это движение втянутым животом туда-обратно. Поэтому я сказал выпить водички и сходить в туалет. Понятно? Третье. У кого освоено наули. Делаем наули. Статичное, динамичное, то есть любые варианты. Я буду все показывать по ходу дела. И четвертый у нас будет лесенка. Мы сначала задержку на 5 секунд сделаем, потом на 7, потом на 9, потом на 7 и на 5. То есть 5 задержек будет подряд. Что еще можно сказать? Ну, тут надо делать. Обычно я объясняю по ходу движения. Важно, выдох. Кто у нас продолжающий, выдох можно делать с симха, ну, то есть лицом изображать симхасану. Симха-асану. То есть язык мы тянем сильно вниз. То есть вот эти все структуры языка тянем под квадрием, под яремной ямкой. А глаза сильно вверх. То есть мы растягиваем лицо вверх и вниз. Это может выглядеть так. То есть у нас кончилась задержка наверху. Выдох. Потом приводим руки в удобное положение и втягиваем живот. Я вот так вот. Угу. Все, надеюсь, там в туалет сходили, водичку выпили. Теперь дальше, сейчас я проверю связь. Угу. Дальше остается делать. 4 подхода. Первый. Начинаем с капалабхати. Внимание вот сюда, на лобной доле. Концентрируем внимание в черепе. Медленно, раз в секунду.
штрастрику делаем, не сказал, движение. То есть во время штрастрики вдох, руки в кулаки, вдох, натягиваем руки к грудной клетке, это вдох будет. Выдох, выбрасываем руки вперед. Повторяем. Выдохнули. Делаем вдох. Надули щеки. Расслабились. И подвигали плечами. Хорошо. Если задержка раньше заканчивается, значит вдох-выдох делаете, потом вместе из вдоха выходим. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Отпустили. Ноги вместе. Руки через стороны вверх, вдох. На носочки встали. Восстановительное дыхание. Выдох. Поджимаем сейчас горловую щель. Дыхание уджайи. Мягкий шипящий звук. Потянули копчик вниз, макушка вверх, пальчики вверх. Выдох. Восстанавливаем. Баланс кислорода, углекислого газа. Вдох. И разминаем мышцы дыхательные. Выдох. Это один цикл. Еще раз. Капалабхати, хастрика. Задержка на вдохе, задержка на выдохе. И потом... Уджайи Вьяяма, вот это, которую я показываю, чтобы восстановиться. Хорошо. Второй. Капалабхати. Чуть-чуть побыстрее. Ноздри пошире. Выдохнули. Хастрика. Движение плеч. Плечи назад. Вдох. Вперед. Выдох. Выдохнули. Хорошо. Вдохнули. Еще раз выдохнули. Пальчики вот так. Закрыли нос. И ртом пьем воздух, вдыхаем. Задержка. Подбородок на себя. Щеки. 10 дыханий. 10 приседаний. Опускаем вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Агнисарадхауте. Хорошо. Вдохнули. Выдохнули. Руки перед собой. Вдох. Выдох. Уджайи пранаяма. Дышим поджатой головой щелью. Вдох.
растягиваем вот эти структуры спереди, выдох. Пальчиками тянемся, пальчиками вверх. До. Выдох. Важно, если не хватает задержек воздуха, выходим раньше, делаем спокойное дыхание и потом продолжаем. Ну, то, что все делают, ну, то, что мы делаем. Если появляется головокружение, сразу подбородок на себя. Присели. Или... Все. Закончилось головокружение. Встали. Продолжили. То есть при любом дискомфорте просто прекращаем практику. В шавасане, в позе ребенка, как угодно. Главное восстановиться, отдохнуть. Практика очень мощная. Третий подход. Капалабхати чуть побыстрее еще. Делали вдох. Щеки. Кулаки. Крутим вперед. На вдохе. Выдохнули. Второй раз. Крутим обратно. Вдох. Щеки. Назад. Хорошо. Выдохнули. Вдохнули. Втягивание живота. Выдохнули. Вдохнули. Руки раскрываем перед собой. Вдох. Выдох. Раскрываем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Четвертый завершающий подход. Быстрая капалабхати. Начинаем. Хастрика. Плечи назад, живот вперед. Плечи вперед, живот внутрь. Выдохнули. Вдохнули. Задержка, щеки, похлопали себя по лопаткам. Хорошо.
Хорошо. Выдохнули. Руки через стороны вверх. Вдох. Наблюдаем за ощущениями, за новыми ощущениями. И свистящим с вот таким вот звуком выдыхаем ступенчато. Вдох. Выдох. Сейчас сделаем лесенку из втягивания живота, то есть исходное положение, руки на коленях, удобно, руки прямые, так, чтобы можно было как на стуле опереться, как на подоконнике. Все очень просто. Вдох-выдох, тянули живот. Я диктую, сколько держать. Вдох-выдох, тянули живот. Вдох-выдох, тянули живот, а так 5 раз. Хорошо. Поехали. Первый раз. Первая задержка. Вдох. Выдох. Тянули. Отпустили. Вдох. Можно делать на обе. Раз, два, три, четыре. Выдох. Отпустили. Вдох. Третий раз. Выдох. Отпустили. Вдох. Выдох. На понижение идем. Отпустили. Вдох. И 5 секунд. Отпустили. Уходим в наклон. Повисли. Локтевой захват. Поднимаемся, ручки через стороны вверх, восстановительное дыхание. Выдох, вниз. Вдох, вверх. Выдох, вниз. Вдох, вверх. Выдох вниз. Хорошо. И прежде чем лечь отдохнуть, сделаем еще один круг. Сурья намаскар. Как утренняя практика. Чтобы нам еще растянуть структуры мышечные, ткани все. Потянуть, хорошенько получить удовольствие. Давайте попчик вниз, макушка вверх. Ладошки перед собой. Все делаем на вдох, выдох. Приветствую солнцу. Хорошо. Три дыхания. Плечи расслабили. Внимание вот в серединку груди. Хорошо. Делаем очередной выдох. Руки через стороны развернули, вдох, соединили ладошки, посмотрели на них, мягкий прогиб. То есть медленно дышим, выдох,
поставили пальчики перед собой, в наклон ушли. Правая нога назад. Вдох. Выдох, поднимаемся. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох, верхний упор. Вдох. Выдох, нижний упор. Вдох. Выдох, колени в пол, грудная клетка в пол, подбородок в пол. Таз в пол, вдох, кобра. Выдох, собака головой вниз. Здесь три дыхания, вдох. Выдох. Вдох. Выдох, ладошки широко, отталкиваемся, голова висит. Вдох. Можно подвигаться. Выдох. Левая нога вперед. Вдох. Широкий шаг. Колено в пол. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Хорошо. Наклон уходим. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. И второй круг. На вторую ногу. Вдох. Выдох. Наклон. Левая нога назад. Вдох. Вторая нога назад. Выдох. Вдох. Нижний упор. Выдох. Чатуранга. Вдох. Поджали ягодички. Колени в пол, грудная клетка, подбородок. Выдох. Таз вниз, макушкой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Три дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третье дыхание. На носочки поднимаемся. Вдох. На носках. Таз вправо. Руки прямые. Выдох. Таз вверх. Вдох. Влево. Выдох. Вдох. Пятки вниз. Выдох. Правая нога вперед, широкий шаг. Вдох. Колено вниз. Выдох. Таз вниз, руки вверх. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Дальше. Можно посидеть или лечь в шавасану. Понаблюдайте уже самостоятельно за ощущениями. Полежите, отдохните, порасслабляйтесь, получите удовольствие от сегодняшнего дня и от этого занятия. Спасибо. Буду заканчивать эфир. Если кому интересно, меня спрашивали про штаны, я ссылочку кину в ВКонтакте и в Инстаграме на производителя. Это наши питерские ребята. Лен, то есть женская, мужская одежда. Очень удобно. Натуральный лен. Все. Благодарю.